Это Зоры. Зоры из серии прайзов. Креатор. Как всегда, бан Преста. Ну, в большинстве случаев бан Преста. Есть особенность. Есть покрашенный, есть непокрашенный. Причем в коробке, где их было 20 или 16 штук, было всего лишь 2 непокрашенных. Видно, непокрашенный считается редким или еще что-то такое. Ну, нестандартным. Поэтому его меньше. Внутри, как всегда, наверняка картонка, шмартонка. Ничего особенного. К одной картонке приделаны скотчем в пакетике все его 3 мяча и ножны. Довольно забавно. А другой — сама фигурка. Голова, торс, ноги с телом и подставочка. Что касается качества, то кажется, она просто восхитительная. Бан Преста давно уже научилась делать шикарные прайзы. Сделано очень клево. Вначале черный, точнее, вначале цветной и черно-белый. Я решил сделать их в одном обзоре, потому что заморачиваться на два не вижу смысла. Мечи. Мечи не покрашенные. Вот, смотрите. Надеюсь, вам видно. Почти идеально лежат. Прикольно, да? Ну и фигурка. Черно-белая. Это, конечно, клево на самом деле. Черно-белый, но выглядит как будто не мой кино. Самурай там, все дела. Ну вот они, две кучки. Слева Зора раскрашены, справа черно-белый. Начнем с черно-белого, наверное. Тут такая вот шея, такая вот голова. Клево, да? Вообще. Так, что у нас куда суется? Это, конечно, посложнее будет. Это явно. Да, это вот морока та еще. Конечно, можно глянуть, как там на фотографии сделано, но нам живом. А, во. Нет, лучше глянуть. Так, в руках меч. Один длинный. Наверное, этот. А дальше идет веселье. Видно две дырки. А, у него же
Вот и вот все просто, когда. Один. Второй. И его кушак, пояс застегиваем. Отлично. Хотя щель он тут и остается небольшая. Но он вообще эффектнее божества. Даже пятку нарисовали. Чтоб проще было ставить, видно. Вставляется вообще без проблем. Черно-белый, конечно, эффектнее цветного, ну, по-своему эффектнее. Та же детализация, те же все мелочи. Все черно-белое. Подставка ничего особенного. Банпресто Китай. 2015. Ну, сейчас цветного соберем еще быстрее, значит. Хотя мне цветной нравится. Такая вот маленькая голова. С отличной детализацией и покраской. Смазов нет. Краска на своем месте везде. Вначале большой меч, потом поменьше. Не застегиваем. Держится, не вываливается. Пластик твердый. И чуть, но чуть-чуть мягкими местами. Ну, как всегда, одежда и всякие мелочи, чтобы не ломались. Опа. Чтобы было совсем уж одинаково. Даже не знаю, цветной тоже клево сделан. Оба клево сделаны. Цветные мечи, черно-белые мечи. Черно-белый действительно как будто из немого кино японского старого вышел. Этакий самурай без слов. Дополнительные фотографии смотрите ссылкой под видео. Там же можно и купить, ну, если в наличии будет. Можно рядом поставить. Довольно забавно. Все, счастливо.